Я вчера, ну, а я маю взял жене, короче, шубу купил за 2 ляма. Да, вообще, да, вообще не думал, на, вот так. А я шефу тоже подарок загнал же. Ага. За 3 миллиона сумку от души такой загнал, да? За 3 миллиона. Хороший подарок. Да. Пацаны, завтра курбанать барана будете резать? Че, почем? Ну, 45 тысяч. Че так дорого, ё-моё? Чего себе. Ах, шужок, давай поторгуемся, то есть... Твой друг Обижулька. Базар нет, себе сучняк взял, мне даже не предложил, да? Э, ты же не говорил, что хочешь, пойдем возьмем. Эй, жук, кир, жук. Кстати, вчерашние фотки скинь. Блин, брат, у меня батарейка садится. Да давай. Ты же сидишь все равно. Ну, хочешь сейчас что-то? Эй, ладно, кир, жук уже. Брат, когда у меня тачка была, я тебе всегда давал. Один раз у тебя попросил, и то не дал. Э, а машина занята была, реально. Ну, хочешь сейчас дам? Эй, кир, жук. Вчера у тебя деньги по-человечески попросил, а ты отказал. Ах, шажок тебе. Хотя вечером видел, что ты донер кушал. Ой, мя, ёлочка. Эй, кирюжок. Ну, сам знаешь, конечно. Эй, или чё? Money. Курлай, дорогая, вот уже как год мы с тобой вместе. Ты знаешь, как я тебя сильно люблю. Я бы тебе хотел сказать. Курлай, Жанна. Ты будешь моей второй женой? В смысле второй женой? Ты что, женат, что ли? Ты же не говорил мне об этом. Ты же не спрашивала же? Нет, конечно. Ё-моё, блин, принципиальная тоже нашлась. Алло, Айка. Э, короче, я про тебя рассказал, она сразу отказалась. Да. Может, про тебя не будем говорить, Басна, да? Потом, собственно, брекай деньги. Ну, давай. Давай, Сина, Жанна Менсурисунда. Давай. Смотри, Айдарик, да, это шеф? Райдер одного человека, ага. Скоро прилетает, сам лично отправил. Короче, смотри, покупаешь ему бизнес-класс на самолет. Бизнес-класс? Встречает его 222-й Мерседес. Мерседес? Везешь его в самую лучшую гостиницу, пятизвездочную. Ридс Карлтон, неважно, ага. Самую лучшую. Все? 37 раз кормишь в день его. Ага. Такой райдер у него. Девочки, сауна, мауна, шоу, полный фарш, да? Полный фарш, чтоб 7 дней, как будто он в Дубае жил. Понял? Все, шеф, организуй. Все, делай. Бешеный райдер, я извиняюсь, это какая-то звезда к вам, нет, на кой, да, летит? Нет. Я не знаю, может, это какой-то ультрауважаемый звезда. Нет. Да просто обычный человек, просто это наш кормилец. Он по всей республике нам тендера выбивает, понял? А, да надо будет, что? Надо будет, если он захочет, если ты ему понравишься, сам лично эротический массаж сделай, понял? Шеф, вы обижаете, я 10 лет в Акимате обычным спецом попал. А это мы тебя помощником взял, я знаю, как вы там крутили. Я так встречу его, я покажу. Давай, давай. Хорошо, что приехал. Ловите его, он у меня удар украл. Чмо, блин, из-под тишка. Брат, салам алейкум. Салам алейкум. У вас же здесь все бесплатно, да? Да. Брат, я сейчас жене карточку хочу дать, чтобы она себе купила. Ты у нее карточку возьми, угу. Просто спрячь, ладно, и все бесплатно давай, да? Все хорошо, конечно. Все, брат, договорились. Все, она подойдет сейчас. Данка. Вот тебе карточка, Каспий. Чего хочешь, то и заказывай, поняла? Серьезно? Ни в чем себе не отказывай. Прям можно, да? Все. Подарок от меня. Брат, я не понял, а кто же 500 тысяч тенге снял, а? Она не подходила, жена. А, жена не подходила моя? Нет. Дана, ты 500 тысяч сняла здесь? Я? А что ты здесь купила? В смысле здесь, мне жена, здесь все бесплатно. Я в интернете покупки сделала, платье заказала себе, серьги заказала, на депозит себе немножко отправила. А друг, который подарочки заказал, еще дома. Сексуальный голос. Алло, Мереке, ассаламу алейкум. Слушай, тут такое дело. В субботу у моей дочки будет день рождения. Гости зову. Здравствуй, Арике. Как приятно. Отличная новость. Слушай, ты запарила же. Хватит с таким голосом разговаривать. Ты с таким голосом с девушками будешь разговаривать. Но это мой обычный голос. А во сколько? Надоело же. Я тебе говорю, хватит с таким сексуальным голосом говорить. В 6 часов придешь? Конечно, приду. А где будет мероприятие? Кульмайдемна была. Кафе до Стар будет. Хорошо, понял, принял. Обязательно, Келем. До свидания. Не-не-не, подожди. А чё вообще, как дела вообще? Чё делаешь? Нормально. Сам как? Ты что делаешь? Я-то запарился, я нормально разговариваю и ладно, давай, пока. Заебал. Сексуальность легко это ещё? Нет, ну кого-то узнаю, сейчас уточню. Может, не понял? Ты сай. Алло. Санжар, я знаешь, тут подумала? Тебе хочу зарплату повысить. Ты ответственный, хорошо работу свою делаешь. Спасибо, Соля, скажу.
Алло. Привет, Жан. Чё Привет, делаешь? Жан. Да, на работе. Опять с этой соплёй ездишь. Пишешь ты на меня вообще? Это... Когда ты уволишься? Я тебе перезвоню сейчас. Там красная кнопка. А, вот. Извините. Алло, здорово. Здорово, Санжар. На работе? Да, на работе я. А, после этой начальницы Мегеры тебе по-любому отдых нужен будет. Красная кнопка. Давай, подъезжай в баню. А, вот, нашел. Не вы, Солевскан, я вот думаю, может, и не надо мне это повышать, да, заработную плату? Я тоже так думаю. Да, нормально так. Американская и казахская мама. Сынок, ты что, приболел? Не знаю. Как ты себя чувствуешь? Джон, неси градусник! Сынок, мы прямо сейчас поедем в больницу. Хорошо. Запомни, что бы ни случилось, все будет хорошо. Вообще урод ханжупмен. Вообще спокойно. Кайф, да? Кайф вообще. Хотя, знаете, я вот что подумал, мы полчаса уже с вами не ругаемся. Серьезно? Да, я сам в шоке. Молодцы. Можно сказать, подружились, да? Можно сказать. Да. Татьяна, вот я предлагаю, давайте вот с этой минуты на чистоту, раз мы подружились, расскажем друг другу те гадости, которые натворили. И все, и без обид. Хорошо. Давайте, вот я начну. Давайте. Смотрите, помните, когда на празднике я у вас брал ваши тарелки? Потом вернул, там одна была разбита, я ее склеил скотчем. Татьяна, без обид. Татьяна, без обид. Успокойтесь. Нормально все? Хорошо, все нормально. Теперь вы. Без обид, да? Без обид. Давай. Угу. Помнишь, тебя полиция таскала 2 года за кражу? Да. Так это я написала заявление. Меня аж чуть не посадили же тогда. Здравствуйте. Здравствуйте. А я слышала, что у вас масло можно поменять? Да, конечно. Хорошо, вот у меня подсолнечное масло, а можно заменить на 5W30? Девушка, мы вообще-то в машине меняем масло. А, ну хорошо, пойдемте тогда в машину, там поменяем. Плавно, плавнее, ага, вот так вот, еще. Не торопимся. Здравствуйте. Я ваш персональный тренер, ну что ж, начнем тренировку. А ты кто? Фантастика. Дорогая Сергиночка, я специально позвал тебя в этот ресторан, чтобы устроить самый романтичный вечер в мире. Угощайся. Не стесняйся. Да? Ой, так неожиданно. У меня впервые такое в жизни. Я даже не знаю, как себя вести. Здравствуйте. Извините, по новым правилам мы работаем только до 20:00, а через 5 минут мы закрываемся. Серьезно? Ой, ё-моё. Вот как... Вот видишь, не получилось. Я как лучше хотел. Тё, может сразу гостиницу туда? Братан, ау. Помнишь, ты мне помог же по той теме с узаконением? А по земле что ли? Да. Вот. Ну и чё? Помнишь, я обещал подарок за него загнать? Ну? А ты в курсе, что сейчас президент запретил на законном уровне дарить подарки госслужащим, чиновникам всем? А, вот это новость что ли? Да. А, подарок не нужен? Не парься, Касперова, так сказал. Ассалаумағалейкум, Бекат. Жақсы, бәрі өзің қалайсың? Жақсы, брат, коллаборация жасап, совместно бұрмайын сұрсын. О, давай, қандай? Короче, былай басталады ғой. Горячая Алматы. Ты какой-то криминальный авторитет. Идешь на стрелку через трудности жизни. А я буду типа спортиком, я же. Когда ты подойдешь, я кину в тебя бутылку. Ты в шоке. Потом кину в тебя сумку. Ты просто офигел. Потом плюю в тебя. Прям смачная жесть на все лицо. Ты в ахуе, короче. Ты плюешь в меня, и потом я че-че вот там? Дальше недобитая, брат. Че, как тебе? Брат, как бы тебя не обидеть, да, короче, в общем, смотри, у меня сейчас другой уровень, там, сериалы, короче, да. Кино, Хаким, понимаешь, да? Уровень другой, брат. Намадма. Джок, нормальный, по идее, брат, нормальный? А это мой бег, ебанутый военный. А, Ефим Бергежес, нормально, бля. Yeah.